Симбирский край всегда был богат народными умельцами. Сегодня, к сожалению, их можно пересчитать по пальцам. Встреча с каждым из них – настоящий праздник. 6 октября в музее «Столярная мастерская» развернется целый город мастеров. Экспозиционные залы превратятся в творческие пространства, где современные мастера, владеющие основами старинных ремесел, удивят их новой интерпретацией. Наша столярная мастерская превратится в череду самых разных мастеров, которые встретят и только для вас, только в наш праздник, откроют свои секреты по витражу, по декупажу, по работе на гончарном круге, по валянию. А вот в самом последнем зале нашей мастерской вы, уважаемые наши гости, станете участниками в самом прямом смысле этого мастер-класса. Мастер-класс по росписи керамической игрушки будет предложен каждому, и взрослому, и ребенку, кто придет в этот день в город мастеров. Более того, каждый сможет выбрать игрушку по душе. Слепленные и обожженные в печи улитки и кошки ждут, когда превратятся в ваших руках в самый настоящий керамический сувенир. Он останется у вас на долгую добрую память о встрече на территории музея «Столярная мастерская». Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.